21 декабря. Вот так вот у нас сегодня намело. Надо вылезти отсюда. Вылезай, Сережа. Это ты вчера только чистил, да, вот это? Я волоску прочистил. Вчера хотел чистить и выехать. Уже все замело. Веселенькая зима в этом году. Так, пойдем туда. Здесь вот такие лужики. Здесь сугробы. Здесь вот еле вылезли. Еще велосипед стоит бедный. Надо было вытащить да убрать. Вот, позабыла. Этот пролезть аккуратненько. Ой, это полный, сейчас сапоги будут. Холодно что-то, минус 5, но холодно. Вот здесь был сугроб, откопали. Вот здесь вот к бане, вон и что, номер. Вот такие вот будет. И там дальше тоже. Это вот за ночь позадуло. Но ветер сильный. Оно вот накидало прям траву всякую. Теплица уже до половины уже. Нам надо в город. Потом в город поедем. Ну, не в город, а в центр. Поедем, посмотрим. Если мы выедем. Посмотрим, что дальше. Нас откапывает трактором. Мимо ехали. Вот. Решили. Нас. Вот трактор. Сейчас он нам здесь вот это вот все почистит. Снимать неудобно трактористам, поэтому отворачиваем. Прям красота. Вот он нам все. Все тут он нам. Потом покажу, что здесь у нас будет. Машину туда отогнали. Вот так вот нам повычистили. Да? Ой, мы такие счастливые. Зато работа на несколько дней. Вот у нас теперь. Пей, гуляй, рванина. Хоть пиши. Мать девчонку на санках забрала. Как дураки народ смешить. Потому что мы не проедешь нигде. Колядки даже у нее здесь. Через главную дорогу не проедешь. Ветер. Надо от ветра. Сейчас. Вот здесь немножко прочистил трубку. Уже снег некуда скидывать. Здесь вот с крыши съехал, всю сирень повалила. А здесь вот такая вот узенькая получается. Сюда тоже скидывать не вариант. Здесь вообще вход в Серегин гараж. Его завалили полностью. Да, столько снега я еще не видела. Красота. Ну и вот. Все нам здесь почистили. Прям можно жить теперь. Приехали на мельницу за бусами и отрубями. Еле прорвались тут. Здесь везде такие сугробища, путем не чищен. Я, конечно, понимаю, что надо корма заготавливать.
заранее. Но у нас в селе склады полные кормов. Приезжай и бери. Там, чтобы деньги были. У нас же замело. Склады пока прочистят. Ой, а три коровы надо чем-то кормить. Плюс еще остальные всякие разные скотиняки. Вот и прорывались сегодня. Хоть что-то взять, пока перебиться. Вон, а что делается? Вон, а что делается? Зиму. Все видео. Вот такой вот нам прислали подарок. Смотри, какая елочка. Понравилась. Ага. Вот. А посмотри, какая. Это тоже очень хорошая. Вот нежданно-негаданно нам вот такой вот сюрприз. Детская тоже. Может, Ледику, пожалуй, для кроватки я пытаюсь, хочу сделать. Вообще красота.